Ты понял вообще, тут главный на районе? Ты понял, что не надо мне угрожать? Ты понял, что нельзя стоять на моем пути? У вас все в порядке вообще с башкой, я не знаю, с юмором, там, со всем остальным? В Транду я на него последний раз иду, если нет, а как мне от него отходить вообще, как убить его, как мне этого, как с этим боссом вообще сражаться нужно? Я даже отхилиться не успела. Да. Слышь, ты задолбал тут фокусничать. Слышь, я тебе обращаюсь. Ты кусок. Мы таких как ты на районе делали. Ты чё, ты решил меня заспамить с оригинальностью? Блин, ну что ж ты за человек-то такой, а? Нечеловечный. Писец, ну серьезно, ты только сделал магию. Ну, у тебя будет что-нибудь интересное, нет, в этих? В твоих шика... Блин, да вы серьезно? Камон! Чувак, это неинтересно. Опять магия? Ты что, серьезно? Кайёл! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Добила его! Ты понял вообще, тут главный на районе? Ты понял, что не надо мне угрожать? Ты понял, что нельзя стоять на моем пути? Фух, охренеть! Я думала, что я уничтожила сама себя просто с ним. Моя не гори! Ой, кусок титанита, круто! Ура, я победила босса в Dark Souls 1. Блин, я горела, простите меня, пожалуйста. Я правда это делаю неосознанно. Я злиться начинаю, когда какой-то говнюк мне портит все настроение. И я бываю очень вредная, очень противная. Вы меня простите, пожалуйста. Я вот прям... Я прям не очень неловко. Но... Да, я такая... Бомбящая женщина. С Арштейном будет весело, что там, да. Я вам без Ванги могу это сказать. Нормально мы тут все. Твою же мать. Иди ты в башню, у меня 20 тысяч душ. Ты не поешь за мной же, нет? Все, отлично. Я пойду к костерщику, а потом к тебе вернусь. Не-не-не, я про тебя не забуду, не переживай. Я все помню. Я все прекрасно помню. О, господи, боже мой, я прям чуть-чуть не потеряла все свои волосы от нервов. А мне фарт нужен. Андеграунд. О, 20 тысяч душ, блин. Сейчас будет прокачка. Здоровье, выносливость, сила, интеллект, перочень. Давай ловкость. Вот, отлично. Вот такая, да, херня. Мне нравится. И не говорите мне, что я неправильно покачалась, потому что, мальчики, я буду качаться так, как, вот, как бабскому сердцу угодно. Это ж вы ж понимаете, что тут как бы вопрос в том, что какие цифры нравятся, те и качаю. Ох ты за мной, мой хорошенький. Скотина, ты меня еще и под задницу дал пяткой своей, да? Познакомились мы с тобой, милок. При других обстоятельствах нихера себе я у тебя мало снесла. Нихера себе ты у меня много снес. Подожди, подожди, мы с тобой неправильно начали диалог. Закройте кто-нибудь клетку! А-а-а, я поняла, все, 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 не надо мне объяснять несколько раз. Я, в принципе, человек сообразительный, я все поняла, а я вообще ошиблась местом. Арифлейм, я больше предлагать тебе не буду. Давай, 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 давай. За нами же не побежит, да? Он бежит за нами. Он стремительно рвется в бой. Или нет? И показалось, что он по лестнице поднимается.
Я же его видела. Ну, где-то там в темноте он, по-моему, был. Я тебя слышу, скотина, понимаешь? Я слышу, что ты ходишь там. Ты в таргет не берешься, тварь. Прыжок веры делать. Опа! Чё, куда? Ой-ой-ой! Бежим, бежим, бежим! А чё, он защищает? Да блин, почему ты не ставишь блок? Я ж тебе кнопку эту нажимаю. Писец. Какой у тебя удар классный. Какой ты вообще... Нет, не классный, на самом деле. Ты мне вообще не нравишься. Ты стрёмный, ты страшный. И некрасивый ты мужчина. Я тебе не нравлюсь. Не хочу тебя. Давай еще раз. Блин, да ты по-любому здесь есть. Я тебя слышу. О! Ну это было херово, я поняла. Пошли обратно. Все, мне ты мне нравишься, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой. Блин, ну это писец. Я просто я его не выдерживаю удара. Обвинение. Так, пошли еще раз пробовать. Иди сюда. Фак я. Косяк. Блин, мне твой зад нужен. Давай, 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 давай. Последний раз. Последний бой. Ай, ты сделал не так, как я хотела. Серьезно, блин, ну как бы... Подожди, еще вернусь. Просто не по плану все пошло. Я должна была там круто тебя завалить до конца. А в итоге мне приходится в трусихе бежать от тебя, скотина. Твою? Ты что, охренел? Ты кто вообще? В трандулас нахуй. Блин, это реально, это такой, это такая сейчас херня была, серьезно. Во-первых, почему он меня не запокстабился последний раз? Я, блин, столько с ним моралась, как это, как хер знает кто. Еще и тут какой-то говнюк на меня вылез. Вы что, охренели, что ли, все? Это дичь просто какая-то. Почему он, почему он не забокстабился? Тварь! Пускай себе ключ даст. В жопу его засунет, реально, блин. Все нахер испортил. Тварь такая. Я сейчас, сука, его просто его уничтожу вообще. Звездец. Теперь он полный. Теперь дебил просто. Мертвый, причем скоро будет. Блин, а. Я на тебя столько времени потратила. Чего ты не бэкстабишься теперь? У тебя механизмы сломались? Можно... Ты, блядь, будешь вокруг него ходить или нет? Или ты застревать будешь постоянно в текстурах? Я тебя уволю, я тебе клянусь. Я новый персонаж создам. Все равно ты мне не особо нравишься. Ну, давай еще приворот. Чуть потеряй, все потеряй. Ты издеваешься, что ли? Ты теперь постоянно будешь в текстурах застревать? Твою мать. Твою мать. Может, мы как бы, блядь, бить его будем? Или... Нет, мы не будем его бить. Ей по... Он тебе, походу, нравится? Может, у тебя мужиков нету? Но это твои проблемы. Мы тут как бы боремся, понимаешь? Мне насрать, нравится он тебе или нет. Мне тут твои вот эти предрассудки, бабушки. Он такой хороший, давай его убить будем. Не сработает. Я его завалить хочу. Понимаешь? Нахер я вообще в эту сраную тюрьму поперлась? Нужна она мне была 5 лет вообще. Просто какой-то звездец вообще. А он меня как вообще через стену, объясните мне, задел? То есть тут как бы в его сторону текстур... Иди ты нахер со своими рогами вообще от меня, понятно? Тварь. Ненавижу тебя. Это тут святая вода, здесь нельзя ходить. Привет, привет, спасибо, что присоединился. Как дела? У меня вот прекрасно. Я странного моба не могу уже полчаса завалить. Я его валю столько же, сколько, наверное, босса валила. А он еще и настолько потрясающий, что почему-то на него бэкстабы не работают, как бы. Ох, да ладно вы, ничего себе. Заработало, да? Стоило мне сматериться раз 15. Так все сразу работает.
Да ладно, неужели? Dark Souls это как Жигуль, он 3К от мата заводится. Да блин, я не хотела на самом деле материться, вот вообще честно. Люди смотрят на меня разные, и дети бывают, и не дети, и как бы хочется правильный пример. Более-менее адекватный пример пока. Странная кукла. То есть он охранял странную куклу. Я правильно поняла? Я из-за нее сюда приперлась. Странная... А, это ключ. Странная кукла на великом платье. Когда-то существовало такое чудовище, которому не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу, и вдруг его затянуло в нарисованный мир, холодный и необитаемый. Варианты, что ли? Подставить меня? Кто ты? Ты кто такой вообще? Давай. Была твоя роковая ошибка. Don't fucking break him, man. Не спроси, что я сказала. Было. Это было что-то очень эмоциональное. Да серьезно, ну отойди, что ты от него, матушка. Что за эмблема? Щит неизвестного рыцаря, скорее всего, высокопоставленного рыцаря Асторы, зачарованный синий щит. Щит эмблема отлично защищает от урона магии. А зачем он вообще мне скинул эту... Это тот рыцарь, который давал Эстус? Он тебя спас в начале из тюрьмы. А чё он вообще? Божественный первый Dark Souls, такой кривой и сладкий. Да, я уже постигла дзен. Но я пока молчу, видите, я пока нормально. В транду вас нахрен! Нахер я вообще в эту сраную тюрьму попёрлась? Нужна она мне... Я пока спокойна, достаточно великодушна. Пошли дальше, малышка. Ёб твою мать. Вы чё, издеваетесь? Здесь был хиляк какой-то мелкий. Почему его сейчас нет? Вы серьёзно? Чё вы любите всякие узкие места? Пошли отсюда, из этой кишки. Давай, я тебе сейчас... Сейчас тебе мама покажет. Мама покажет классное место. Пойдем по... Сука, как отсюда вылезти? А! Нет, подожди, мы еще не дошли. Мы не начинаем, мы еще не дошли. Он только намек на то, что я сейчас тут устрою, короче, вечеринку и вали, пока у тебя есть возможности силы, да? Вали, женщина, пока ты можешь. Ну хоть рядом с ним. Эй! Я твою мамку делал. Ты идешь за мной? Помнишь, как в серии фотографий Follow Me? Давай так же сделаем. Романтичку! А почему у тебя? А у тебя тень стрёмная зеленая. Тебя разработчики решили не доделать. И меня тоже. Dark Souls учит одному. Если ты смог кого-то завалить, кого считал нереальным один раз, ты это можешь делать еще несколько. Ну, блядь. А откуда ж вы все повылезали, а? Вам что, места было мало? А ты куда полез? Я тебя вообще-то сюда вытащила. Что, опять бомбил?
Боже, место кривое до безумия. Просто реально кривое до безумия. Я не знаю, я держусь прям из последних сил, чтобы не материться здесь. Я слишком упрямая, чтобы тебе проиграть, понимаешь, чувак? Мне начинает это нравиться. Люби меня, люби. Трушка. Бедная задница у рыцаря. Там уже ножны, а не задница. Я уже отбомбила.